Всем большой привет, рада видеть вас на моем канале. Сегодня пройдусь по магазинам Fix Price, буду снимать в трех точках по адресу Сырмолото 28А, Сулимова 50 и Сулимова 26. Ассортимент схожий, как обычно, много полезных товаров. Есть действительно интересные, хорошего качества, так что смотрите, оценивайте, выбирайте самое лучшее. Всем приятного просмотра. Новинка – накладные магнитные ресницы с аппликатором для удобного нанесения. Цена 199 рублей. Два вида. Менее объемные и пушистенькие. Если цена есть, всегда снимаю. Вот такие за 99 рублей одна пара и 40 пучков. Они стоят 124. Появились деревянные шампуры, они изготовлены из древесины березы. 30 сантиметров длина, 100 штучек, 59 рублей. Мы покупали, они хорошо обработаны, без заусенцев. Новый мерный кувшин. Кувшин стеклянный, нового здесь объем 800 мл и появился рисунок, орнамент. Цена 199 рублей. Ранее писали, что стираются мерные деления. Я покупала, но, к сожалению, пользовалась недолго, разбила. У меня не стирались. Кто не заметил, рисунок отличается. Белый, черный. Два варианта. Бульонница с ручкой, объем 580, это керамика. И можно приобрести кружку. Кружку я покупала, она раньше стоила 79 рублей, но сейчас не знаю. Только выставили, пока цены нет. Кружку можно ставить в микроволновую печь, проверяла лично. Эти миски крайне редко использую, давно купила, объем 800 мл, производит полимер БЫТ. Отличные мы берем с собой на природу. Очень удобно, два цвета привезли на этот раз, как-то скромно. Цена 27,50. 800 мл. Миски можно мыть в посудомоечной машине и ставить в микроволновую печь. Эти кружки вернулись из фаянса. Объем 650 мл, 124 рубля. Три расцветки. И, по-моему, такие тоже продавались. Цена неизвестна. Возможно, 149 или 124. Это уже керамика, объем 480. Актуальный товар, особенно для детей. Сейчас они все снимают, телефон из рук не упускают. Особенно те, которые постарше. 16 сантиметров максимальная длина смартфона, шнурок 40 сантиметров с креплением в комплекте. И написана степень защиты. Водонепроницаемый, 69 рублей. Меня смущает цена. Я подобный чехол в Fix Price покупала 3 года назад за 99 рублей. Надеюсь, этот не хуже. Наш до сих пор служит, все отлично, не пропускает воду. Продажи белый, зеленый цвет, желтый и черный. Набор простых утолщенных карандашей. Утолщенный грифель 3 мм, треугольная форма, 4 штучки в комплекте. И точилка есть, мягкость Б. Цена 55 рублей. Несмотря на то, что карандаши широкие, мне такими удобно рисовать. А сейчас отвлечемся, хочу поделиться своим новым увлечением. Я записалась на бесплатный 3-дневный курс рисования от школы Матита. С детства хотела научиться рисовать, но каждый раз откладывала. Согласитесь, никогда не поздно начать что-то новое. На первом уроке рисовала милого котенка, смотрела на экран и повторяла за Егором. Процесс полностью увлек меня, и я потеряла счет времени. Автор курса Егор Матита является художником-педагогом с 8-летним стажем преподавания. Выпускник Мархи, основатель школы рисования Арт Матита. Владелец арт-студии на Цветном бульваре в Москве. Автор книги «Портреты карандашом. Техника достижения фотореализма». Выпускник школы искусств и сертифицированный арт-терапевт. Посмотрите, что у меня получилось. Для первого раза результатом осталась довольна. Неповторимый рисунок, каждый видит по-разному, поэтому рисунки получаются уникальными. От всей души советую записаться на бесплатный марафон от школы рисования Матита. За регистрацию вы получите в подарок книгу. Ссылочку оставлю в описании к видео. Мойка с разбрызгивателем с резиночкой. Объем не указан, но примерно 200 мл. Нажимаете на помпу, и вода будет подаваться. 99 рублей. На выбор красная, фиолетовая и голубая. Тряпки для уборки в упаковке 4 штуки. 28 на 28 сантиметров. Универсальная для мебели, для кухни, ванны и для зеркал и стеклянных поверхностей. Цена 99 рублей. На Сулимова 26 огромный выбор тряпок, впрочем, как и в других Fix Price. На любой вкус, на любой кошелек, всевозможные. Удивлена, какая легкая вешалка. Она сделана из алюминия, 41 сантиметр, цена 79 рублей. Понравились золотистые, серебристые. Черный, красный не менее эффектно смотрится. Выставили коробки с цветами, цены разные. Я сейчас проверяла на кассе, пион стоит 299. 149 рублей и гладиолус обойдется в 99 рублей. Эти цветы тоже 149 рублей.
Металлическая опора два варианта, 79 рублей, два круга, а вторая, можно сказать, круг и треугольник. Огромный искусственный цветок, длина, к сожалению, не указана, 249 рублей. А этот цветок обойдется в 199 рублей, но не такой длинный, короче. Новые рифленые чипсы фрай, сметана и лук, 69 рублей за 70 граммов. Но Сулимо 26 стоят на верхней полочке. Самая маленькая кола в пластиковой бутылочке 330, объем 43 рубля. Персиковый нектар показывала в прошлом обзоре, сейчас нашла с вишней 87 рублей. Мужская хлопковая футболка размера 42, максимально 58, 349 рублей. Швы аккуратные и ткань не тонкая. Женские шорты тонкий, легкий, материал вискоза, размеры 42, максимально 48, производит Китай. Цена 249 рублей. Завязки только спереди, их никак не убрать, они пришиты. Можно завязать бант. Но я думаю, если будет желание, можно как-то их убрать. Кто в этом разбирается, кто умеет шить. И вот такая резиночка. Нитки торчат, но за такую цену не критично, можно обрезать. Огромный выбор цветов, все однотонные. Возможно, немного маломерит, смотрите внимательно. Нашла другие цвета, и ткань отличается, блестит, переливается. Цена такая же. Вчера привезли детские брюки 100% хлопок, на рост 98, максимальный 128, цена 349 рублей. Брюки с небольшим начесом, есть карманы. Хлопковые кофточки для мальчиков на рост. Самый маленький 98 и максимальный 128. Цена 199 рублей. Женская соломенная шляпа на обхват головы 56-58 сантиметров. Цена 349 рублей. Ленточки разных цветов. Без резиночки, но мне плетение очень понравилось. Аккуратно. Я сомневаюсь, что оно разлетится. Хватит, скорее всего, не на один сезон. На выбор белое, желтое, красное, темно-синее. Мужские стоят 199 рублей. Повеселее, поляна много шире. Она на обхват головы 58 сантиметров. Это уже бумага и полиэстер. Цена аналогичная. Эти шляпы с резиночкой. С резиночкой намного лучше, чтобы не улетели. С градиентом, с цветком и ракушки. С пластиковым декором на обхват головы 58 сантиметров 249 рублей. Это тоже бумага. Затягивается. Розовая, желтая, красная. Эти шляпы тоже с прошлого сезона, 249 рублей. И 199. Шляпа с огромным бантом и надпись с пайетками. Эта шляпа обойдется 249 рублей, тоже бумага. Резинки нет, но можно затянуть ленточки, сделать на обхват головы меньше. Мужские обойдутся в 99 рублей. Зашла на Сулимо 26, здесь совсем другой ассортимент, много детских шляпок, 79 рублей. Сделаны из бумаги, приятная цена, эти шляпки дороже, 99 рублей с бантами. И с глазками 249, тоже бумажные. Рассчитаны на ребенка от 4 до 6 лет. Детские бейсболки, многие из них 100% хлопок, 250 рублей. И за 200 есть. Из новинок для взрослых пока ничего нет. Все с прошлого сезона. Детские сабо, тапочки. Расцветки новые привезли. Мужские, женские. Шлепки и снова тапочки. Шлепки, сапоги, галоши ранее снимала. 349 рублей. Одна цена. Крем-актив от целлюлита активизирует клеточный метаболизм. 125 мл, цена 99 рублей. Когда наносите крем на тело, сначала ощущается гладкость кожи, а затем появляется разогревающий эффект, аромат ментола. На первом месте минеральное масло создает защитную пленку, но кожа от этого лучше не становится. Экстракты, масла, ментол и очень много консервантов, всевозможные. Феноксетанол, парабены, гидантоин. Крем для ног с мочевиной. Мочевина 10%. Обычно такие кремы достаточно эффективны. Действительно устраняет сухие мозоли, натоптыши и трещины. Цена 99 рублей. Высококонцентрированное средство для прочистки труб и засоров. 12 палочек, цена 99 рублей. В сравнении с прошлым годом цена не изменилась. Для меня палочки оказались бесполезными.
Может быть, у меня какие-то засоры не те. Как использовать? Нужно опустить палочку в слив раковины или ванны и полностью погрузить ее. Далее залить водой горячей в течение 10 секунд, и действие палочки в полном объеме наступит через 12 часов. От этого производителя я все новые товары сняла, кроме геля для стирки. Без хлора, без фосфатов. Подходит для цветных и белых тканей. Цена 99 рублей. 900 мл. В составе 5-15 анион и ПАВ, поэтому выполаскиваются не так хорошо. Нужно обязательно ставить на дополнительное полоскание. Это средство мне не советовали, когда я снимала магазин «Маяк» для стекол, пластика и зеркал. 600 мл в фикс-прайсе стоит 99 рублей. А в магазине «Маяк» 86. Это мыло активно раскупается, состав вполне приемлемый. Оказалось 4 варианта, 4 аромата. Не сразу заметила. 400 мл 83 рубля. Но многие берут ради упаковки. Хотя это поинтереснее, но состав здесь хуже. За 149 рублей. Возможно, кто-то захочет использовать повторно эту бутылку, но нельзя, потому что маркировка у пластика 1, и при повторном использовании будет выделяться опасное вещество фталат. Как это влияет на организм? Влияет на почки, печень, на центральную нервную систему и на гормональную. Набор малярных кистей 2 круглые и плоские. 105 рублей, нужна карта фикс-прайса. Без карты заплатите 116 рублей. А здесь ручки деревянные, 3 штуки, 69 рублей. Вчера снова привезли мягкий чехол на руль, 249 рублей. Коричневый, светло-коричневый, серый и черный цвет. Отзывы положительные, смело можно покупать. Велосипедный фонарь, срок службы 10 тысяч часов, яркий белый свет. Обойдется в 149 рублей. Нужно 3 батарейки, но их нет в комплекте. Сезонный товар – звонок велосипедный. Очень много вариантов, цена 69 рублей. Велосипедная сумка – отделение для смартфона с сенсорным управлением. Большой внутренний отдел и удобное крепление на липучках. Цена 249 рублей. Сумочка действительно удобная, но по расцветкам грустно. Всего один вариант – черный цвет. Чехол на сиденье. Чехол на сиденье, цена 199 рублей. Раньше продавали синий, но сейчас тоже только черный цвет. Скакалки вчера повесили. Посмотрите, какие веселенькие, разноцветные ручки. Зеленые, синие, розовые и оранжевые. Игрушка, летающий диск вертокрыл. Цена 116 рублей. Огромный выбор расцветок. Подошла к игрушкам, а здесь наборы. Светящийся пазл. 48 элементов, материал ИВА. Цена 124 рубля, 4 варианта. Размер 20 на 26, детали маленькие. Если поместить под лампу на 10 минут после сборки, он будет светиться в темноте. И спрятался от меня сказочный патруль. Если нужны круги, надувные, матрасы, нарукавники, все есть в наличии. Но товары не новые, раньше продавались, правда, изменились расцветки. Нарукавники со скидкой 116 рублей. Круг 149 рублей, матрас 399. Да, цены тоже изменились. А сейчас я зашла в магазин «Магнит», который находится по адресу Екатеринбург, Сулимова, 29. Здесь выставили новинки. Понравился набор полотенец, 100% хлопок. Ткань плотная, симпатичный дизайн, 40 на 60. За 2 штучки 299 рублей. Вторая расцветка. Набор кокотниц керамических, 2 штуки, 9,5 на 4,5 сантиметра, кстати, очень толстенькие. Цена 599 рублей. Оформление красивое, можно в подарок взять. Так, это у нас форма для выпечки, 27 сантиметров, 699. Антипригарное покрытие, высота бортика 4 сантиметра. Пластиковая разделочная доска тоже серьезная, смотрите, есть желобки, чтобы сок стекал. Здесь ручка прорезиненная, не будет скользить. Цена 199 рублей. 31 сантиметр. Керамика 29 на 18, высота 16. Очень тяжелая. С трудом удерживаю, 1000 рублей. 35 на 27, почти 28, 699. Здесь бортики 5 сантиметров. Сотейник с крышкой с антипригарным покрытием. 26 сантиметров диаметр. Цена 2600 рублей. Стеклянная крышка, первая диаметром 28 сантиметров, 200 рублей, а вторая 22 сантиметра, 180 рублей. Как вам силиконовая кисточка, цена 130. Рядом лопатка и тоже 130.
кухонные аксессуары сделаны из нейлона и цена аналогично 130 рублей. Сковорода 1700, 1600 длинная и 2600. Серия мне понравилась, написано, что подходит для всех видов плит. Достойно выглядит, дно здесь очень толстое. Эти формочки подходят для запекания 99 рублей. Керамика, белый 200 рублей.